интернетом можно вообще мне, в принципе, подарили. А, то есть это подарили себе, да? Настоящий канадский кедр. Понятно. Вот. Это, конечно, ну, уже мы вчера попробовали эту чудесную рыбу. Просто потрясающе. Вкус такой был. Так, ты рассказывал что-то интересное про маринад. А, маринад? Повторишь? Да ничего серьезного. Соль, перец, горчица дижонская, да, называется? Дижонская горчица, ага. И сахар. И сахар, да, коричневый. Ага. Грубо говоря, 2 столовые ложки коричневого сахара, ага. И 3 столовые ложки горчицы. Ага. А держал ты по времени, ну, вообще, час-два? 35 минут. А, то есть недолго, то есть без фанатизма, да? Нет, рыба готовится. Ага, ага. Понятно. И потом ты вот эти вот маринованные кусочки, да? Ну, там есть свои хитрости. Я понимаю, да. Дощечки подготовить надо определенным способом. Сначала их замачивать надо. Замачивать их надо лучше вообще на сутки. Все говорят, там 6-5 часов, но чем больше замочишь... А в чем замочишь? В воде. А, в обычной воде? Нет, можно в зиме замочить, можно в пиве замочить, можно в чем угодно замочить. Ага, ага. Вот, это просто добавит, скажем так, аромат к... Я поняла, к основному блюду, да. И, наверное, ты знаешь, за счет того, что дощечки разбухают, она не пересыхает, да? Вот да. Мне кажется, что вот это еще важно. Да. Ага, понятно. А угли, получается, у нас уже вот они подернулись, да? То есть они такие нерезкие у нас. Да, средний огонь. Ага, средний огонь, понятно. А по времени сколько ты вот так держишь? Ну, вообще 35 минут. А, ну, то есть, как бы, это не очень долго, нудно, мучительно, да? Нет, это не как готовить немецкую рульку. Немецкая рулька готовится очень долго. Немецкая рулька готовится 12 часов, ты замачиваешь ее в темном пиве. Немного перчика, немного лаврушки, немного душистого перчика. Но это очень долго. Потом ты берешь эту кастрюлю, ставишь на огонь, 2 луковицы режешь, кидаешь туда, морковку туда кидаешь, и все. Ну, слушай, ну подожди, закипеть. Ты для наших зрителей, ты давай рецепты не путай. Вот смотри, вот сейчас она уже золотистая, да, у нас? Сколько еще ее примерно подержишь? Чуть-чуть, я хочу, чтобы чуть-чуть. Деревяшки отдали аромат мясу. Ну, это правильно. Так, ну, над мангалом мне телефон держать тяжеловато. А, то есть ты вот закрываешь, да, вот так? Закрываем, и там вот это вот... Серёга, ну будь серьёзным. Они деревяшку эту раз пиш-пиш-миш. И вот это вот идеальный дым пропитывает мясо, ага. Рыбы, и получается, конфетка. Серег, ну подожди, ты наших зрителей, понимаешь, телезрителей запутаешь. То ты рассказываешь про рульку, то ты рассказываешь про рыбу. Ну, в общем, сейчас вот прикрыл, да, и рыба томится. Да. И рыба томится. А вот смотри, вот такого, вот такого цвета, сколько ты примерно минут назад поставил ее? 20 минут. То есть осталось еще? 15 минут. Минут 15 еще. Хорошо. Все, ладно, ждем. Вот. Вот. И то есть получается за счет. Просто я хочу, чтобы люди поняли, за счет горчички, немножко сахарка, немножко соли, она приобретает такой оттенок очень интересный, очень необычный. Золотистый. Карамель. Чуть-чуть карамель. Все понятно. Вот дым пошел, он как раз пропитывает это мясо. Так, слушайте, для наших телезрителей у Сергея фамилия Колесниченко. К Кавказу он отношения не имеет. Кудрявцев Колесниченко. Да, Кудрявцев Колесниченко. Совершенно русский парень. Да, ну подожди, ну да, я камеру-то приближу. Вот они какие, они прямо как золото. Прямо они золотые, посмотрите, как слитки. По времени я не знаю, сколько готовить, не готовить, я просто чувствую, готовы, не готовы. Не, ну подожди, ну ты сказал телезрителям, в целом 35 минут. Да, плюс-минус. Угу. Это с огня.
Так, то есть готово, да, вот сейчас уже? Давай я сейчас поближе как бы покажу, хорошо? Вот они немножечко краешки, да, вот как бы подкоптились вот так вот. А, и досочки, да, и досочки тоже так чуть-чуть потемнели. Угу. Давай еще. Еще посмотрим. То есть вот это уже как бы состояние готовности, да, идет у нас? Да. То есть от нее такой дымок, досочки подкоптились, и немножко краешки вот прихватились у рыбы. Прекрасно, прекрасно. Вот она готовая. И она остается внутри сочной, такой очень нежной. Просто потрясающего вкуса рыба.